Слышите, Райли, послушайте, у сержанта Джеймса Хендлера есть дочь, а Майя Эллисон Хендлер находится под стражей. Она у нас? Нет, тут федералы в это дело свой нос засунули. Она у агента по имени Гриффин. У меня доступа нет. Вот а где она? Если б я знал, я бы посадил девку в угол, дал ей леденец и сидел ждал, пока этот гад здесь объявится. Скажите, где она? Я все сделаю. Ничего не делайте. Я сам все устрою. Это я. Слушай, я знаю, у кого Майя. Она у кретина по имени Гриффин. Он что-то типа правительственного агента. Великолепно. Ладно, Гриффин, сейчас я его поищу. Да, и я тоже. Похоже, он в той вертушке. Катапульта 3-3, путь свободен. Следуйте прежним курсом. Прием. Пульта 3-3, это Ред Краун. Доложите обстановку. Ред Краун, скоро будем на месте. Еще пару минут. Прием. Пульта 3-3, это Ред Краун. Доложите обстановку по доставке вип-персоны. Прием. Красная корона, мы приземлились. Переводим вип-персону в убежище. Прием. Принято, 3-3. По прибытии ждите дальнейших указаний. Прием. Давай проглотим эту крошку. Мы ждем, потому что Мерсер так сказал. Я и не собираюсь. О, смотри, это песик учителя. Брось, сейчас же! Давай, Хеллер, впечатли нас. Хочешь, я тебя порешу? Ред Краун, это Оскар 6 Лима на ноябре 1-9. Агента Гриффина похитили 4 зараженных солдат. Жду приказов, прием. Командир Лоуренс, это Ред Краун. Ваше задание найти агента Гриффина. Прием. Ред Краун, они уже сбежали. Они как чертовы обезьяны. Всем постам, это Ред Краун. 4 зараженных захватили вип-персону по имени Гриффин. Передаю изображение. При обнаружении доложить и освободить. Прием.
Я вижу кретина, который не может заткнуться. Помоги! Помоги мне! Рядом. Все силы на Хеллера. Это ваше задание. Прием. Готовы. Долбаные. Ред Краун! Ред Краун, я прошу помощи! На помощь! Ред Краун, ответьте! Пожалуйста! Хеллер, я знаю,
где твоя дочь. Я могу тебя к ней провести. Еще как можешь, грязный тупой ублюдок. Назовите имя. Пожалуйста, не выключайте свет. Я не буду кричать. Честное слово. Назовите имя. Амайя Хеллер. Это Гриффин. Мне нужен транспорт для Амайи Хеллер. Нет, по распоряжению бюро. Доставить ее к доктору Карлсону. И готовить к операции. Ах ты кусок говна. Да я тебя на кусочки порву. Нужно досье на человека по имени Карсон. Работал с Гриффином. Сделаю все, что смогу. Но у них там все засекречено. А ты не можешь спросить у полковника Рукса? Ага, так и сделаю. Слушай, ты сейчас у себя? Надо спросить кое-что. Ага, заходи.